Итак, Игорь Комаров провел совет Приволжского федерального округа. Участие в совещании принял губернатор Ульяновской области Алексей Русских. На повестке развитие экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкций. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что ситуация в регионах в целом стабильная. Необходимо уделить особое внимание состоянию рынка труда, активно продолжать работу по реализации мер поддержки занятости граждан. В сегодняшних условиях важно сохранить доступность социальных услуг для людей. Также полпред подчеркнул необходимость оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия и наличие их в магазинах. Сейчас мы видим показатели достаточно такие комфортные и хорошие и по региональному продукту в регионах ПФО, по уровню занятости, но отдельно обсудили то, что не надо расслабляться, потому что не все вопросы еще решены и много очень предстоит сделать. Глава нашего региона Алексей Русских сообщил полпреду о том, что Ульяновская область укрепляет межрегиональную кооперацию прежде всего с регионами Приволжья, чтобы решить как свои, так и общие экономические проблемы. И уже есть определенные договоренности. Кроме того, на совещании говорили о реализации нацпроекта «Культура». Благодаря ему в нашем регионе модернизируют 10 объектов. Это театры, дома культуры, музеи и детские школы искусств. В рамках программы «Придумано в России» в губернаторской школе искусств для одаренных детей в сентябре откроют школу креативных индустрий.